Всем привет! С вами канал ArtMania, и сегодня я вам расскажу, как научить ребенка разговаривать. А первый момент — это у нас на качелях, то есть вы катаете ребенка на качелях и произносите слова. Там абсолютно любые. Ложка, он за вами повторяет: ложка, вилка, вилка. А неважно, как он повторит. Там, то есть некоторые буквы он слишком маленький, да, и некоторые буквы он не произносит. Как бы неважно, самое главное, он повторил. Пока что этого будет достаточно, что он повторил уже. А потом уже в будущем там пойдете к логопеду, и он там сделает свою работу. То есть и абсолютно вот те слова, которые вам приходят в голову, вы просто говорите. Там ложка, вилка, тарелка, там чайник, там лук, там тра-та-та-та-та-та-та. И вот вы произносите, и одновременно его качаете. Раз его, ложка, он за вами повторяет: ложка. Опять катанули, как там, не знаю, это правильно сказать, там покачали, не знаю, как это, там мандарин, он с вами повторяет: мандарин. То есть, ну, такой вот момент есть. А мы с ребенком так занимались. Также, допустим, рассказывать ребенку какие-то свои истории. То есть он у нас маленький, 10 месяцев, даже меньше, побольше, просто постоянно говорить. Простым языком, без мата, конечно же. Просто что-то говорить, рассказывать. То есть, допустим, он у вас сидит там на стульчике, вы его кормите, и одновременно, то есть, что-то говорите. Там, рассказывать, как вы пошли, сходили в магазин, например, что было в магазине, там, что вы купили, там, допустим, там в магазине продавалось то-то, то-то. То есть, как подружке вы все вот это вот рассказываете. Точно так же рассказывайте ребенку, улыбаясь, там, вот что-нибудь такое, там, либо читайте там сказку ему, если там не лень читать, или не все умеют хорошо читать. Ну, гораздо проще просто рассказывать какую-то историю. Или посадили, допустим, ребенка, он у вас кушает, одновременно вы готовите суп. И вы рассказываете, что кладете вы на данный момент в этот суп. Вот и сейчас я режу морковку, вот я ее положила, вот там у меня кастрюлька кипит с мясом, например, да? Там вот мясо я вытащила, порезала, там картошечку положила, вот я приготовила суп там, или готовлю салат, и все-все вот это вот вы просто рассказываете. То есть постоянно говорите, говорите, говорите ребенку. И буквально там через какое-то время, там через несколько месяцев, он у вас тоже начнет говорить, он начнет повторять за вами. Вот, он начнет, то есть вы говорите слово, он за вами повторяет, вы говорите слово, он за вами повторяет. И уже опять же через какое-то время он у вас уже начинает разговаривать. Но главное повторять просто обычным простым языком. Там тоже упало, там что-то... Сейчас я уже, честно говоря, немножко смутно помню, но это вы можете все посмотреть. То есть, по крайней мере, если вы не знаете, знают это ваши родители. Вот. Там тоже упало, шла и упала. То есть, вот, ну, что-то вот типа вот такого вот. Там ничего страшного, я тоже падала, там не плачь. И он там: мама, ты тоже падала, да? Ему это как-то так это... Там, ну, слава богу, я хоть там не один, а то уж я там думала, что я какой-то не такой. Там, что мама тоже все-таки... Вот, ну, что-то там выдумываете, может быть, какие-то истории там можно выдумать, там, из головы, может быть, вы сказки, рассказы выдумываете, там, то есть вот такой вот момент. Это, кстати, очень-очень помогает. У меня ребенок уже довольно давно разговаривает, и даже когда я записываю на камеру влог, я разговариваю, и потом при монтаже я слышу, что мой ребенок за мной повторяет. Как-то я нахожусь в своих мыслях, особо этого уже не замечаешь, а вот именно при монтаже я замечаю, и довольно хорошо он так разговаривает. Также он, конечно, слышит, запоминает, и быстрее он потом вас заговорит, если, конечно, у него нету каких-то там отклонений. Вот, то есть, ну, конечно, ситуации бывают в жизни разные. Вот. Это был у нас с вами такой вот ролик. Я думаю, наверное, кстати, наверное, получился довольно коротеньким. Я надеюсь, то, что этот маленький совет вам все-таки понадобится. Обязательно напишите в комментариях, пригодился он вам или нет. И также напишите в комментариях свои способы, чтобы у вас заговорил ребенок. Может быть, у вас какие-то свои есть. И те люди, которые ищут, они ваши комментарии почитают, и им это очень-очень сильно поможет. Обязательно развивайте своего ребенка, обязательно занимайтесь, это очень-очень интересно. Ну, не знаю, лично мне, может быть, когда ребенок желанный, поэтому, может быть, интересно заниматься.
На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы занимаемся с сыном моим, как мы с ним развиваемся. Также обзоры на технику, обзоры на продукты из Фикспрайса, Светофора, Победы, живопись также, кулинария. Там и куча-куча всего интересного есть на моем канале. Обязательно смотрите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!